влазит. Блин, она не влазит. Фоткай. Я видео снимаю. Гад! Гад! Ладно, это фоткай. Моя жопа не влазит, это большой. Давай, настрой меня. Витя. Так, тихо. Я в нее влезу. Катя переживает. Подождите. Ю-ху-ху. Как там поется? Гангнам стайл. Гангнам стайл. Стрекоза стайл. Вот такая у меня сумка большая. У меня никогда не было такой большой сумки. Я думала, я в нее влезу, честно. Я знаю, кто влезет. Я знаю, кто влезет. Я знаю, кто. Да, не человек. Человек. Сумка. Держи ее, держи. Держи, она вырывается. Человек, не вырывайся. Дай свои ноги. О! Все, тихо, Катюха. Тихо, тихо, стой. Ты офигела. А вы думали, как мать носит своих детей? Конечно же, в сумке. У меня тут не хухры-мухры, а человек. Катя, тебе нравится? Смотрите, 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 по-моему, Кате нравится. Катя! Катя! Клёпочка! Закрывать я тебя там не буду, не бойся, вылазь. Вот, привет. И вот у меня кицы. Это моя любимая, у меня кицы две. Самые любимые, Рада. Сколько килограмм? Выдержит ли... Проверим выносливость сейчас. Сумки. Внимание! Сейчас хрустнет. Раз, два, три. А! Сумка выносит! Власть! Рома, иди сумку залазь. Не могу. На меня. Сейчас. Шикардос. Класс. Подождите секундочку. Тут не кенгуру, блин, чтобы... Еще один человек. Тут еще один человек, который залезет в сумку. Еще у меня в сумке мальчик. Я пошла. Сумка для детей. Говорит, пляжная, слышишь? Какая пляжная. Слышишь, у меня в натуре идея, прикольнулся. Слушай, в натуре прикольнулся. Ты спрячешься, да? И, допустим, мы куда-то идем. Точно, куда-то придем, и такие раз расстегиваем, а там ребенок. Не так, у меня тут полная сумка мяса. Мясо на базаре вообще брал. Ку-ку. Вылази, Рома, вылази. Ну вот так вот иди. Вылази. А прикинь, если подвелся и шла. Человек. Человек из сумки. Все, 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 давай, а то вдруг порвешь, я боюсь. Слушай, это гораздо удобнее, чем на плечах его носить. Правда? Все, это сумка для детей. Спасибо за подарок, дорогие друзья. Кумы. Оно подойдет?